Вася, успокойся. За ним идет. Все, пиздец. Вася превратился в медведя. Он ничего не боится, Васька. Ты посмотри, это же Миша. Смотри, отя, Вася, успокойся. Вася. Оттуда. Вася! Не надо, Вася! Вася, успокойся! Это будет звезда Ютуба. Как зовут? Вася его зовут? Васька. Васька. Васек, позу. Васек, лапой по морде. Вася дал позу. Это пиздец полный Армагеддон. Домашний взял наоборот медведя. Ты моя-то не трогает его. Вася, не надо нам столько мяса. Ух ты. Ух ты. Васька, ну-ка иди сюда. Вася, голос. Вася замер. Так, 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 так. Интересно. Боже, он не сожрет его, надеюсь. Вот самый бесстрашный это кот. Да. Посмотри, стоит тут и все. Вот это видео. Интересно, вот эту матрёпку. Васька, уйди оттуда, а ты что испытываешь судьбу-то? Вот это видео. Понятно, что сдыбил. Ух ты! Ух ты! Вася, успокойся! Ближе не подходите, спугнете медвежонка. Боже! Сейчас выяснят отношения. Они что, обои кастрированные? Этот-то нет. Этот лупить можно. Откуда ты знаешь? Васька, уйди, а? Ты посмотри, стоит как это. Территорию будет свою показывать. Ну да. Ух ты, блядь, какой, смотри. Ага. Кс-кс-кс. Вася, уйди, сказала, Вася. Оттуда. Да не, он отпрыгнет, Вася, ты чё? Куча большая. Стоит, ты посмотри, стоит и не отходит даже, не сдвинется. Бесстрашный, оказывается, у меня кот-то какой-то. Вот, а ты за обои его ругаешь. Ну, обои рвет в клочки мелкие. Молодец, Василий. Васильевич, стойкий. Все, ты попал на первую полосу. Василий, все, самый большой кусок мяса твой. Если бы он его ел. Так вон он там бегает, добивай его. Нельзя.